И это только часть наказания за допущенную трагедию. Оштрафована управляющая компания «Гарант Сервис». Именно под управлением этой организации находится дом 102 по проспекту Ленина. 1 марта наледь упала с крыши многоэтажки прямо на прохожего. Мужчина с черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Он все еще находится на лечении. По итогам проверки прокуратура Октябрьского района к административной ответственности привлечена управляющая компания. Юридическое лицо оштрафовано на 40 тысяч рублей. Кроме этого, Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238. Уголовную ответственность понесет конкретное должностное лицо. Кроме этого, здесь необходимо указать, что потерпевший вправе обратиться как в рамках уголовного дела с гражданским иском, так и непосредственно в суд в гражданском порядке о взыскании причиненного ему как материального ущерба, связанного с лечением и иными расходами понесенными, так и с компенсацией морального вреда.